September 22, 2020, Tuesday, 2022 metų, rugsėjo 22 antradienis, 22 сентября 2020 года вторник. Oh, a girl with a smartphone intercepts me just in time. Мергина со смартфоном перима меня тикслей лайку. Девушка со смартфоном перехватывает меня точно вовремя. Let us repeat. Покартоким. Повторим. I stopped. Сустоял. Я остановился. Looks why I am not out yet. Позюрею, кодел дар не исеял. Посмотрела, почему я еще не вышел. Common pretense, as if looking for some kind of entrance. И прости, не войдиба, не воешко, кашкоке и еимо. Обычная игра, как будто ищет какой-то вход. But those two persons sitting on the benches I got interested in even before her. О то есть двем жмонями, сидящей с анцулу, сусидомею дар и киос. А теми двумя человеками, сидящими на лавках, я заинтересовался еще до нее. Oh, she is returning. Пасирода и гришта. Оказывается, она возвращается. Apparently, she did not expect me to look back. Тикрауси я не ситикею ее к отсыгрящу. Видимо, не ожидала, что я обернусь. Can't find what she needs in any way. Некой многали сусирасти кое рейке. Никак не может найти то, что ей нужно. Her boyfriend, ее здраугас, ее друг. She returns where he came from. Гришта тяны шкуратеюсе. Вернулась туда, откуда пришла. She likely turned left into the gate. Тикряуся и посуку кайрен и во рту сиею. Видимо, она повернула влево в ворота. And this woman has obviously been sitting here for a while. Уже там отерись я у Айшки кури лейка сидича. А эта женщина уже явно некоторое время сидит тут. She was even tired of reading some papers. Негде по поводу скатить кашкокюс поперюс. Даже надоело ей читать какие-то бумаги. I left the house to merely activate my transport tickets in this kiosk. О, oh, what a belly dancer. Очака спер балету артистас. А это что за артист балета? Strange gesture. Кейстас юдисис. Странное движение. I repeat. Картою. Повторяю. Ищи я уж на мутик ты и киши то киоско. Активуати я мя саво транспорто билетус. Я вышел из дома только, чтобы в этом киоске активировать свои транспортные билеты. I leave the kiosk. Ищу из киоска. Выхожу из киоска. All the same in their places. Виски пати саво ветося. Все те же на своих местах. And this woman is certainly an agent on duty. Оши там отерез, тикрялся и будинки агенте. А эта женщина, скорее всего, дежурная агент. A guy without a bag sits motionless without looking up from his smartphone. Вайкинас бетащас седи не юдедамас, не покалдамас акю, но осаво смартфона. Парень без сумки сидит неподвижно, не отрывая глаз от смартфона. Few minutes later, a view from our apartment. The guy disappeared.
По келью минуту выезда с Ижбута Вайкина с Динго. Спустя несколько минут вид из нашей квартиры. Парень исчез. The woman stays in place. Материз лека ветуя. Женщина остается на месте. After another hour, still sitting, по дарваландос, виседи. Спустя еще час, все сидит. About another hour later, another woman is sitting with red shoes, most likely borrowed. Дар маждаук вена валанда проеё, департен кита материс, я усуродно из пузбачейс, текряусей сколентайс. Примерно спустя еще час, теперь там уже другая женщина, в красных полуботинках, явно одолженных. After another hour, she is still sitting. Дар помождал к венос валандос, висте беседи. И еще спустя примерно час, все еще сидит. Nothing strange, because this is a way for their bosses to pay these geeks with either money or some kind of preferences. Thank you for watching. Don't forget to share my channel. Nieko keista, kadangi visa tai yra būdas jų viršininkams mokėti savo išgamams arba pinigais arba įvairiom lengvatom. Ačiū, kad žiūrėjote, prašom dalintis mano kanalu, nepamiršti. Ничего странного, ведь это способ для их начальников платить этим своим выродкам либо деньгами, либо разными преференциями. Спасибо за просмотр, не забывайте делиться моим каналом.